Сейчас одной из главных проблем городского суда является большая загруженность судей. Им просто не хватает времени рассматривать все дела. Сейчас работает лишь 10 человек, однако в скором времени планируется увеличить штат. Ну, нас будет 18, на сегодня нас 10. Значит, 8 не хватает. 4 как бы объявили, но указа нет еще президента. Будет указ президента, в июне месяце нас будет 14. Ну и с декретом у нас есть судьи, которые выйдут. Это Орлбекова и Кочубей, они тоже выйдут. Нас будет 16. У нас кабинеты для них, все это готово, все это есть. Ждем, потому что у нас, кто сейчас здесь работает, они люди без отпусков работают, тем, что нагрузка идет. У каждого остатки по 150, по 200 дел, гражданских дел, да и уголовных у нас очень много. Однако в этот момент возникнет новая проблема – нехватка залов и кабинетов в и без того загруженном здании. Возмущаются и горожане. Подняться на 4-й этаж, особенно людям пожилого возраста, очень тяжело. Выход из ситуации один – строительство нового здания городского суда. Проект уже готов. Если 18 есть судей, значит, сколько залов надо? Грубо, надо 18 залов, да? Эти залы, из них там 5 по уголовным делам, остальные 13 по гражданским делам. Далее, например, ты же должен сидеть комната для адвокатов, прокуроров. Общее посещение, где должны люди сидеть, где там должно быть в виде аудио все это фиксации, канцелярия, чтобы человек не бегал куда-то наверх, уголовные, гражданские, чтобы могли, входящие корреспонденции, и где приставы сидят. Новое здание суда будет построено около новой мечети. Об окончании сроков строительства пока не сообщается. Известно лишь, что заливка фундамента начнется во второй половине этого года. Алексей Никаноров, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.